Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко, которые отдали жизнь за свободу белорусского народа. И вот хотел бы поделиться с вами такой информацией, которую увидел в сети интернет. Эстония сдвинула сроки на 6 месяцев вперед укрепление эстонско-российской границы. Вы вдумайтесь, Эстония готовится к тому, что эти беженцы хлынут через российскую границу в Эстонию. 113, вроде бы, точно не помню, 113 километров эстонско-российской границы укрепляется и идут приготовления. Считают, что эстонское правительство и эстонский президент все правильно делают. Я тоже считаю, что в ближайшее время вот чуть-чуть накопят этих нелегалов, и в ближайшее время будет интервенция, так сказать, нелегалов через Россию уже в другие страны. Это мое такое субъективное мнение. И считаю, что Украине нужно срочно готовиться к сценарию тому, что нелегалы начнут идти через границу белорусско-украинскую. Всем хорошего времени суток, терпения нам и Божьей помощи.